Всем привет, друзья, подписчики мои. Сегодня у нас будет охота на горлиц. Короче, уже вон там вот сидит одна. Вон там вот. На вон том столбе. Вон там сидит. Видите? Сейчас попробую взять ее. Вон там сидит она. Вот, сейчас попробую взять. А, собака. Опа, сюда прилетела. Она сюда прилетела, пацаны. Собака, сейчас подождите. Эта горлица сейчас сюда прилетела. Сейчас попробую взять. Аккуратненько. Вон там сидит. Блин, сейчас там машина проезжает. Сейчас она чуть-чуточку подождать, пока это проедет. Вот сгинь, там еще один. Вот этот уже, скворец. Все, машина проехала сейчас. Собака, а, улетела. Как я так промахиваюсь, а? Ну, у нас уже есть одна горлица. Сейчас покажу. Одну мы добыли, но... Вот, короче, она подлетела, вот эта горлица опять. Вон там стоит. Сидит, точнее. Вон. Сейчас буду ее так вот подманивать, подзывать. Вот. Так что пока что на паузе постоит видео. Короче, вот эта горлица, блин, я ее подстрелил. Расстояние было 30 метров. Вот. Ну, короче, она этот, к соседям закинулась. Я ей в хребет попал, она так подпрыгнула на столбе и упала за забор. Я ее не нашел там, короче. Вот, а так пока что вот такой вот на сегодняшний день у нас вот такая добыча. Это горлышко. Вот. Было вообще две. Но получилась одна. Вот такая горлица. Ее там она уже окаменела. Вот. Подстрелил я ее на своей крыше. Вот. Так сказать, итоги. Охоты у нас одна горлица есть. Ну, две, считай. Если, конечно, вон ту бы я взял. Вот. А так скоро будет рыбалка. Вот. Так что давайте, всем удачи, пока, подписывайтесь на канал, до новых встреч, ставим лайки.